Здравствуйте, мои хорошие любители Старкрафта, меня зовут Алексей, и сегодня у нас Директ Страйк, разумеется, тираны, зерги, протосы, давайте уже начну создавать и, в общем, во, неужели, давайте поставим, ребят, Рейнера и уже, так, подожди, я уже потерялся, давайте открываем, разумеется, ищем нашу Dream Team и продолжим буквально через пару, о, пару секунд, серьезно, о, во, это что начинается, в общем, нужно дождаться еще одного участника и можем стартовать, чёрт, давно пора, давайте дождемся и, я тут пытаюсь нести разную херню, чтобы уже чувак зашел, и я говорил, типа, о, уже команда собрана, и уже можем начинать. Но, похоже, что-то пошло не так. Да неужели? Матч начинается, и давайте это за меня поболеем. Ху-ху-ху-ху, так, вучи. В общем, буквально пару секунд, и уже начинаем. Ну что, мои хорошие, наше видео продолжается, давайте начнем с того же газа, и я сделаю стандартное открытие в виде того же хелбатов, можно также побольше мариков. А прикол в том, что делаем улучшение на хелбатов, у них будет больше здоровья, больше выживаемости, и это поможет нам, чтобы сдюжить первую атаку, но опять же под вопросом. Делаем это улучшение, опять же, и давайте пробежимся по нашим союзникам. Первый газ и Т2, и здесь газ и ничего. Да уж, прохладная затея, но так иначе где наша не пропадала. Можно сразу сделать каст на следующий газ. И давайте дождемся выхода нашего противника, который, в общем, похоже, ничего не делает. Под вопросом, там может быть Рейнер. В общем, давайте продолжать добавлять побольше хелбатов. В любом случае, это хорошая затанковка, вне зависимости от того, что делает противник. Вот, ну, опять же, разумеется, если там... подожди, я Рейнер сказал. В общем, если там... Черт, давно пора этот, как Тайкус, во, то, разумеется, нужно делать больше хелбатов. Ой, мародеров, ребят, я уже давно не записывал, поэтому уже заговариваюсь. Значит, на третьем выходе у нас Сара не может не радовать. Но, опять же, второй выход меня немного пугает, потому что, опять же, парень пошел в Т2, и чем это закончится, пока не ясно. Давайте больше маринада. Во. И, значит, Сара занимает от центра, стоит против новой и спокойно разбирается. Прирост по бабосам. В этом плане все хорошо. Второй газ уже почти готов. Давай, моя хорошая, поможай. Делаем автокаст на снижение стоимости мех войск. Вот. И давайте дождемся нашего противника. Братан. Это Тайкус. Но так иначе он неправильно сделал, потому что если бы он построил самого Тайкуса, он бы бросил в меня гранату, и, в общем, было бы очень тяжело. Обалдеть. В общем, противник оставляет желать лучшего, потому что, серьезно, сейчас я нахерачу мародеров. Да, он может сделать Тайкуса, но я уже буду к этому готов. Лошара. Вот, да уж, ушел в Т2, долго копил, и чем это закончилось? Но, опять же, Сара, похоже, не имеет Т2 и даже ничего с этим поделать не сможет, да? То есть не просветить, вообще... О, неужели? В общем, Феникс догадывается, что нужно бросать просветку, но пока не ясно, выживет ли Сара. Но, опять же, Нова голая, поэтому спокойно разбирается, королева выхиливает, и давайте дождемся нашего выхода. Можно поделать улучшение, вот, и надеемся... А, бля, уже там и так вот пошел. Сейчас, серьезно, он будет бросать я гранату. Это большой просто дэмэдж и сносить меня просто нахер. Обалдеть. Нужно побольше мародеров, и тогда будем разговаривать. Опять же, ребята, ничего с этим поделать нельзя. Стоит самый тяжелый противник в моем случае, но надеемся на лучшее. Было бы здорово, знаешь, чтобы Сара выманивала гранату, тогда я Тайкуса буду разбирать на раз-два. О, давай, чач, он делает чач. Давайте больше мародеров, по идее, нужно их расплитывать, чтобы они не стояли гурьбой, так скажем. Но, не знаю, давайте надеяться на лучшее, надеяться на ту же самую Сару. Ну, видишь, опять же, нового, а, нового уже инвиз там пошел, а, бал, а, ну, есть уже опс, поэтому можно не заморачиваться. Давай, мои хорошие, ой, давай, чуть, она делает чуть. Ну, опять же, выманивайте гранату у того же Тайкуса, тогда я буду просто рвать и метать. Но нет, граната остается при Тайкусе, поэтому
Не знаю, давайте я первая атака и надеемся на лучшее. Давай, мой хороший. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Продолжаем раздавать и врагов всех убивать. Учат в школе. Ну, ничего с этим поделать не могу. Опять же, ребята, данный режим — это полная аркада. Есть персонажи, которые априори сильные по отношению к другим, поэтому... Давайте надеяться на лучшее. Ага, давайте больше мародеров, больше того этого. И, значит, братан, давай. О, давай, чуть-чуть. Он делает чуть. Ну, опять же, такой аркадный билд, потому что, видишь, Феникс спокойно с этим разбирается. Опять же, если бы это был Аларак, вот, то было бы даже куда проще, потому что просветка есть на Т1. О, там по инвизу они упарываются, потому что у этого инвиз. Давай, мой хороший. Сара, я тебя умоляю, построй какую-то херни, чтобы выманивать у Тайкоса. Вот, и тогда будет все хорошо. Будем с тобой общаться за жизнь, так скажем. Да? Граната! Потому что они, видишь, они часто ставят гранату на автокасте, вот, и не заморачиваются. Давайте первая защита и продолжаем. Путь. Блять, он уже прокачал ту херню, которая... Алёша, да уж, а так все хорошо начиналось. Ну, опять же, дамажим, не более того. Фух, не знаю, продолжаем делать побольше мародеров, а также побольше, в общем, восстановления здоровья, но... давай, мой хороший, чу-чу-чу, продолжаем раздавать. Либератор против кого, братан, ты упоролся, что ли? Да уж, что может пойти не так? Он даже не бросает просветку, у меня ее нету, поэтому... Ну, прохладный чувак, потому что, серьезно, сражается, он даже ни хера не видит, что творится на поле боя, да, то есть, казалось бы, брось просветку, он этого не делает, хотя имеет Т2, ну, не знаю, братан, ты что там, не знаю, яйца чешешь, сиськи мнешь, что ты делаешь, вала ебешь. Но, так иначе, очень много Сары остается, будем надеяться, что она выманит какую-то херню у Тайкуса, и тогда сможем с ним разбираться. Блять, зачем тебе... А подожди, это новый или Вега? Чё это? А, это новый остается. Я думал, это Вега, потому что Вега вообще не пришей кобыле хвост, но... Давай уже, ча-ча-ча. Серьезно, такое ощущение, что даже сама Сара уже, похоже, не справляется. Давайте побольше медиков и надеемся на лучшее. Вот, ча-ча-ча. Делаем также улучшение и... Братан, давай. А, видишь, он специально построил побольше этих херни, да, чтобы сбивать опса. А у этого мозгов не хватает, чтобы бросить скан. Ну, идиот, блядь. Вот почему я снимаю редко видео? Потому что здесь идиот на идиоте, серьезно. Меня так порой бомбит, что я... В общем, вы понимаете. Ну, блядь, тебя убивают опса, ну брось ты скан. Я, блядь, не могу, у меня нет Т2. Какого хуя? Не знаю, нужно делать похоже Т2, улучшение и бросать этому идиоту, блядь. Сейчас инвиз уже на моем выходе. Что может пойти не так? Ой, блядь, какой же ты идиот, ебаный в рот, ну... не могу. Ну, продвигаемся дальше, уже на моем выходе остается ново. Вот, поэтому не знаю. Сука, они сейчас все пожухают. И просто из-за того, что один ебанутый не может бросить свой ебучий скан. О, пожалуйста, минуса, фотомка. Фу, бляха. Вот давайте я, вот так я буду сидеть, блядь, как вот этот долбоёб, вот так вот просто. А похуй там, что творится в бою, мне похуй. Он даже не видит, блядь, то, что там нужно скан бросить, блядь. Вот все, я вот так вот буду сидеть. А мне похуй. Я не знаю, блядь, чем ты жопой думаешь. Ой, ёбаный в рот. Первый матч и уже такое начало. Не знаю, давайте поделаем улучшение. А, давай, ча-ча-ча-ча-ча-ча-ра-та-та-ра-та-ра-та. Да уж. А, давай, моя хорошая, продвигается вперед, делает... А, у нее уже Т3, ёба... А, ну да, Т3, там же слоны уже были. Давайте, просветка та же самая. Но, опять же, здесь уже викингосы, похоже, нужны, потому что там очень сильно дамажные банши, это новые, поэтому с ними так просто не разобраться. Продолжаем раздавать и надеяться на лучшее. Давай, ча-ча-ча-ча-ча-ча. Выманиваем способности, ну не более того. Ну, поехали, викингосы, что я могу сказать. Давайте вырубаем, чтобы они не сажались, и продолжаем делать улучшения на то, на это. Давай, бач. О, давай. Сука, дебил. Он банально не сканил, и в итоге сейчас уже не может, похоже, Тайкусом разобраться. Ну... Ладно, разбирается, хорош. Да, я не могу. Давай, моя хорошая, давай. Дюч. Давай, дюч.
О, неужели не поваляешь, не поешь? Фу, ну, уже на моем выходе похоже ново, но давай. О, о, выманивая способности, Банши не может не радовать. Давай. О, слышь, о, Сара-то раздает. Ха-ха, весело. Во, наши. Давайте скан тот же самый и продолжаем. Но опять же, против Тайкоса викинги уже не нужны. В итоге, блядь, что мне строить, я в душе не ведаю, потому что то один выход, то другой. Хм, да уж, продамажили, ну не более того. Давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча. Че-че-че-че. Ну что делать-то, я не знаю, давайте достраивать маринад, а потом уже танки. Ага, ну, давайте, мои хорошие. Но опять же, они очень быстро разваливаются, поэтому я не знаю. О, я не буду бросать скан, потому что... Опс, где-то сбоку, блядь, дебило. Ой, давай уже. О, неужели? Фу, наши союзники занимают центр, вот, и давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Давайте больше защита. Ага, о, я тебя прошу, выманиваю Такоса разного приколюхи и пообщаемся тогда, да? О, давай-давай, бежу-бежу-бежу-бежу-бежу, я не видел, выманила, нет, но так иначе. Ха, наш выход, давай, чу-чу-чу, блять. Сука, с руки бросает. Ау, блюдок. Понимает, понимает, что нужно бросать с руки, но так иначе, по-моему, сдюживаем, да? О, уже получше. Фу, продвигаемся дальше, давайте скан тот же самый. И продвигаемся вперед. О, ча-ча-ча, кастую херню свою. Ничего, разбираемся. Фу, там уже большая толпа у нашего Феникса, который не может скан руками бросать, похоже. Да уж. А, и давайте достраивать уже маринад, можно пойти потом в Т3 и не знаю. О, давай, моя хорошая, Сара, Сара, я в тебя верю, давай, на тебя скан. А, очень странно, потому что нету инвиза у Баншей Новы. А, не знаю, с чем это связано, но так иначе уже добираемся до фотонки и давай. Бросает руками, слышь, серьезно, он в Сару не бросает, а четко по мне. Давай, во, это наши. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, бросает он, в порядок. Но наши уже, похоже, добегут до фотонки, и это будет потрачено. О, неужели, хорош. Ядрёная ложь, давайте скан тот же самый. О, остаются банши, не более того. Уже добегаем до базы, начинаем жучить, жучить. Давай уже, половина здоровья. Вася, давай, до свидания. Давайте Т3 и давай, мой хороший. На, держи, так и быть. Ублюдок, дебил, блин. Серьезно, сидит на базе, ни хера не видит. Там опса уже нету. А он, видишь, он специально поставил по краям. Вот. Не знаю, этого, похоже, не особо спасает. О, давай, моя хорошая. Ча-ча-ча, ча-ча-ча. Продолжает раздавать. Ну, кстати, неплохо дамажит Асару. Вот, и надеемся. Надеемся. Давай, моя хорошая. Чу-чу-чу-чу, давайте Т3 и... О, давай-давай, наши. Фу, так иначе, продвигаемся вперед, дамажим Тайкоса, но... Давай, надеемся на лучшее. О, ча-ча-ча-ча, получай по щам. А, нужно, похоже, больше викингосов и... Не знаю. Давай-давай-давай, остается зимовать, не спать, пуч-пуч. Давайте побольше викингосов и потом пообщаемся за жизнь, так скажем. Фу, так, подожди. Во, 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 во. Давай, чань-чань, во. Фу, уже можно поделать на мех, атака, защита, да, и нихуя не видит, серьезно, дебил на дебиле, ну ёпта, где-то опсы летают, что-то он какую-то херню делает. А, давай уже, чу-чу-чу, а, подожди, подожди, давайте Т3 Аэр, почему нет, а? Давайте, почему нет? Айкос, давай уже, бросай гранату, давай. Сара, он руками бросает, руками бросает. Я вам инфосотка. Во, давай. Я уже не понял, бросал, не бросал. Фу, ну так иначе, спокойно с ним разбираемся и бежим дальше. Давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Давай, братан.
Ух, неплохо пожамкали, продвигаемся вперед и немного дамажим. И наши парни опять добегают до базы. Давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Давай, давай, чу-чу-чу-чу. Ух, победа. Немного побомбил, но так иначе. Эко большого человека. Фух, так иначе, нихера себе, второе место, обалдеть. Давайте небольшая пауза и продолжим за Зергушат. Небольшая пауза закончилась, по идее я очень рад, что против меня стоял тяжелый противник. Опять же, Рейнера полностью выносит Атайкус, а также Аларак. Он реально делает это свой толчок, там, блять, марики умирают, у мародеров остается очень мало здоровья. Так иначе, давайте по новой и... не знаю, за Дехака? Так, давай, мой хороший. Во, значит, давайте поставим Дехаку. Понимаете, ребят, почему я бомблю? Потому что я уже многого насмотрелся, когда там, не знаю, танки строят против воздуха, воздух строит против земли, там, викингов, допустим, против Дехаки, у которого даже воздуха-то не было. Вот, разумеется, меня дико бомбит уже, и поэтому даже любую хуйню, когда я вижу, вот. Не знаю, давайте ждем Dream Team и уже продолжим пати, похоже, сразу забежали, да? Вот. Видео продолжается и... ничего не сочинил, короче. Видео продолжается. Пару секунд и уже поехали. Зергушонок, Зергушонок, королевки, он ребенок. Дехаку, похоже, не можем построить, поэтому давайте пару собачух, да? О, а, розовый пузанчик, глазки, пуговки. Выискивает, кого бы почухать. Давайте, значит, наши союзники. Газ ничего, газ ничего. Обалденный билд, ребят. Рекомендую, газ и ничего. Эй, я пошутил. О, неужели? Загара, похоже. Здорово, давайте дождемся противника и потом уже будем разговаривать. Я специально нихера не строю, чтобы на следующем выходе был Дехака, порванная срака. И... Дехака на Дехаку будет, обалдеть. Ну видишь, он газ не строил, поэтому мог построить Дехаку. Фух, да уж, весело, весело. Значит, давайте, папа, да, дорого, дорого, богато. Давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем. Сожрал, сожрал, похоже, приверженца у Аларака. Аларак такой, ууу, я Аларак, с печки в ряг, сейчас я тебя пожухаю. Давайте Дехака тот же самый и побольше, побольше того этого. Фух, ну опять же, одного юнита он скушает, поэтому не знаю. О, давай больше этого, это я херню не прокачиваю, это прыжок в толпу, но это под вечер уже заговариваю, очень прохладная затея, поэтому лучше этого не делать. О, давайте, давайте, парни. Можно, кстати, сделать так же. О, червячок Джимми. О, давай, у него тоже есть червь, поэтому... Давай, чу-чу-чу, ча-ча. У него нет войск, поэтому с ним разберемся. Значит, наш выход, давай. О, братан, держи. Держи. Больше дэмэджа, да? О, продолжаем раздавать. Пара-пара-пара-па-па. Можем поделать также улучшение. Ой, а что такое? Ой, а что такое-то? Что случилось что-то? Ой, еще один дэхака, серьезно, что так можно было? Фух, да уж, ну а Ларак спокойно разберется, там уже целая толпа приверженцев, поэтому... Давай, ой, давай, иди сюда, иди, ой, ой, давайте, больше, больше, говорю, бабосов нет, да, но так иначе, серьезно, Аларак спокойно разбирается, поэтому не может ни раз, Т3, идиот, блять, Т3, сука, о, дебил. Фу, мало того, что я даже молчу про то, как Загара может унижать воздух, серьезно, королевы там, пожалуйста, караптеры те же самые. Давай, мои хорошие. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжает раздавать. Держи, червячок. О-о, побольше построил своих войск, но так иначе. Загара, давай бойлуш. Давай, бейлы. О, пожалуйста, продолжает она. Нужно побольше наших войск, иначе... Давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча. Давай, давайте, парни, нужно больше войск. Фу, неужели, ну опять же, здоровья очень мало, и следующий, кричит заведующий, давайте больше. Воу. Фу, и можно также сделать побольше гидруси, да? Ага, будем надеяться на Аларака, что он разберется, но, не знаю, давайте следующий газ. Во, братан, давай, держись, держись, очень мало здоровья, вот, и Загара... Сука, Загара. Фу, зачем Загара собак построила? Тем более, что там воздух. Я
Ребят, сейчас бомбить, похоже, опять начну. Зачем? Зачем она, сука, собак поставила? Там воздух, блядь. Чистый воздух. Давай уже. Батона. Прикол в том, что я еле как справляюсь. Мне помощь нужна. А загара делают полнейшую херню. Начинают лепить воздух. Собак, точнее, там воздух, да? Неужели, неужели пожухали? Давайте больше того этого. Собаки? Ебать, он дебил, блядь. Ребят, вот я на видео показываю, почему я бомблю. Этот долбоёб продолжает строить собак против батонов. Ёпаный в рот. Чтобы вы не говорили, что я там бомблю по-пустому, я вас обманываю, там какую-то хуйню несу. Вот, блядь, два ряда собак против батонов, блядь. Дебил ты, ёбаный. Какой же ты дебил. Вы скажете, ну это фотонку вынести. Так он, блядь, может также построить караптеров и пойти фотонку вынести. Ну, не караптерами, конечно, но там по земле, там, хантер-киллерами, да, там на Т3. Ой, бляха, остановите, остановите, Лёша, надо выйти, похоже. Обалдеть. Фу, неужели, давай, значит, держи. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Давайте Т2 тот же самый. Во, во, продолжаем. Чуть-чуть. О, бляха. Сука, там уже инвиз, похоже. Фу, братан, ничего ему, маневр, да, не... Я уже под вечер. Ничего не могу сделать. Сука, дебил. Три ряда собак. Ёбаный в рот. Знаете, я как-то говорил, кто более дебил, кто строит хуйню, или кто эту хуйню не может законтрить. На одного юнита лазер использовал. На двух юнитов. Сука, два дебила. Ой, дайте мне выйти. Серьезно, дебил на дебиле-то, а? Что ж такое-то? А, давай уже. О, неужели? Давайте червячка. Фу, бляха, какие же дебилы. Ты больше собак построй, блядь, тогда ты сможешь справляться с воздухом. Блядь, какой ты идиот-то, ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой. Значит, давайте больше червячков. О, давай-давай-давай-давай. Мои войска пошли, отдались. Почему нет, почему нет? Ой, блядь. Ребят, я вообще молчу. Ну почему не сталкер? Почему не какая-то другая хуйня? Ой, я не могу. Не, давайте, знаешь, давайте рачей, чтобы танковать, да? Вот, и потом уже. Потом уже побольше антивоздуха. Масса собаки. Ой. И при... Проскалил, додумался. Серьезно. Давай масс собаками своими. Не, подожди, давайте улучшение. Во. Воздух, похоже, опять мне придется замкать. Ага. Ёб твою мать, какой ты дебил. О, сука. Ну, я не знаю, ребята, серьезно, придется, похоже, мне воздух замкать, потому что... Долбоёб, блядь. Понастроил собак. Давай, давай, почему нет? Подожди. Нужно было подальше, похоже, строить. Давайте уже достраивать. Ой, дебил, блядь. Строй караптеров, дебил. Ну, этот тоже какую-то херню делает. Ну... У меня слов нет. У меня же просто нету слов. О, давай. Во, во, неужели? Караптеры, блядь. Ну, ни один, блядь, не долетел. Это хуйня. Надо строить караптеров, а потом все это летающее дерьмо это. Ой, блядь. Остановите, остановите, а. Давай уже. Ну, блядь, и так я помогаю. И так, блядь, что-то сделай, блядь. Караптеров ебаных построй. Королев построй. Ой, что творится-то? Продолжай. Понимаешь, мои войска там отдаются. Стоят против Дехаки. Вот, потом меня... Короче, я даже не хочу говорить. Ой, блядь. Сука. Давайте больше. Да похеру мне на этот воздух, если долбоёб будет собак продолжать делать. Давай, удиви меня. Продолжает бомбочки строить. Ни одна в прошлый раз не долетела, и он продолжает их делать. Ёб твою мать.
построй королев, построй караптеров. Я еще говорил, что Т3 воздух это прокладная затея, потому что Загар уже может спокойно с этим разобраться. Но расчет был на нормального человека, а не долбоеба, блядь, который, блядь, строит собак против воздуха. Давайте побольше. Давай. Чуть. Продолжаем. Чуть. О, продолжаем. Видишь, мои войска идут, отдаются. А Дехака стоит где-то в жопе, наяривает Т3 воздух. Ой, блядь, что творится-то? Да мне похер на этот воздух, это что сейчас теперь на дебила, который собак строит, рассчитывает? Тоже никого не убивает. Давайте пламя. О, там уже бейлы пошли. Весело, весело. Давай, идиот, блядь. Он уже бомбы и так поставил, и так. Он не понимает, что я делаю не так-то, блядь. Да потому что ты дебил, блядь. Ну. Немного продамажил Феникса, все. На этом вся загара выдохлась, похоже. Ой, какой же ты долбоеб, а. Давайте, призываем. Сука, идиот. Немного продамажил Феникса, все. Весь... Мои войска там отдались. Да, я не знаю. Но это потрачено, это по-любому. Давайте Т3. Получается, да? Сука, тоже ничего не может убить. А, убил. Давай уже. Ча-ча-ча-ча-ча. Ну почему нельзя было сталкеров построить? Имморталов там тех же самых, да? Давай. Давай. Ой. Все бабочки слил там на пару самолетиков-то, ёпта. А эти вообще ни до кого не долетят, смотри. Ча-ча. Ну, да ладно, долетели, щит сработал и пиздец. Ай, дебилы. Давайте. Во, продвигаемся. Но там опять же куча просто воздуха. Фу, не знаю, сейчас будем делать сварм хостов с бейлами, поэтому... Ча-ча-ча, продолжаем, давай, ча-ча-ча-ча-ча-ча. Да уж. Держи, подожди. Дорого. Не знаю, давайте достроить побольше червей. Во. Немного продамажил. Не, это потрачено, ребят, это потрачено. Давай, живем. Давай, собаки, давай, собаки, выбегают собаки и бомбочки, которые ни до кого не долетают. О, вы видите, да, его просто, Дехак вот убил, ну как убил, там куча инвиза, это мне его придется убивать, а у меня даже палилки-то нету. Давай, держи. О, серьезный парень, что вы хотели? Серьезный брутальный парень. О, лазер. О, не знаю, давайте сварм хостов, а также поделаем улучшение. О, живем. Неплохо мы его подпалили. Давай, живи. Да, ничего он, похоже, сделать не может до хаки, потому что реально... Ну, продамажил не более того, да? Хотя... Ну, не убивает, потому что мы его продамажили, да? Не добивает, не убивает. О, собака, кусака. Давайте атака. И также можно больше брони. Во, сдюживает, а? А ты, Алёха, ругал. Сдюживает? Крутой пацан. Ты чё, собаки против Т3 воздуха. Самое оно. Давай уже. Ни червей, ни хера нету. Обалдеть. Давай уже. О, наши парни, наши люди, поднимите руки. О, продолжаем. В атаку, парни. О, держи, больше червячков. О, там Дехака раздает, но воздух пролетает просто на шару. Его взяли. Немного продамажили, выманили пламя. Но, опять же, батоны живы. О, дюжит, чувак, дюжит, а ты ругал. Ага.
денежек не хватает, поэтому давайте. О, пожалуйста, и Батона убил, и Декака убил, а ты ругал. Сейчас собаки выйдут, покажут вам, ты чё, давайте защита. О, собака, Бейлы, о, ща разберемся. Давай уже, тя-тя-тя-тя-тя. Ну, опять же, он немного подамажил, там, по идее, все живо у Декаки, да? С горем пополам только Декаку убил. Давай, наши парни. О, продвигаемся. Ничего не знаю. Дамажим. Держи. Побольше червячков и... Давай, ча-ча-ча, ча-ча-ча. Продолжаем раздавать. О, добиваем Дехаку, но опять же очень много воздуха. Давай, живи, 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 живи. О, половина здоровья. Фу, больше... Больше, а больше денежек нет. Давай, братан, живи, живи. Дехака добегает до базы на шару. А опять же, буквально пару бойцов остается. Давай уже. Сука, живучий случай. О, собака, сейчас покажет тебе. О, порядок. Собака, это собака, кусака. Не палит, не палит. Но я не могу ничего сделать, у меня нету червяков, поэтому... Давай, да. Дехаку хоть убей, серьезно. О, на шару, на шару. Да, уже добирается уже до нашей базы, поэтому давайте побольше червяков набросаем. О, продвигаемся дальше. Но опять же, там целая толпа воздуха. Давай, давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. О, немного подамажили. Да уж, очень большая толпа воздуха. Да, давай, братан, живи. Живи, радость моя, живи. Ночи и днем. Не знаю, может, есть смысл построить побольше муталисков. Давай. Большая толпа до нашей базы. Но это сразу было потрачено, сразу потрачено. Братан, не оттягивай неизбежное. Собака. Потрачено. Давайте посмотрим. Ну, опять же, полнейшая жопа. Почти последнее место. То есть, получается, нас уже по экономике. Давайте небольшая пауза и продолжим. Небольшая пауза. Давай, до свидания. Давайте поставим протосов. Я хочу поставить аварию. Вообще, по идее, можно... подожди, его раз... Во. Можно любым персонажем захерачить Т3 воздух. Вот, батоны, да? Но есть персонажи, которые могут это делать просто унизительно. Тот же самый Стуков может... Я даже боюсь вам сказать слово подобрать, как он может унижать воздух. Там те и аспиды сажают, и бункера стреляют, блядь. А если там масса воздух, там, не знаю, те же самые мута, фениксы... В общем, либераторы сделают свое дело. Там очень сильно против воздуха. Стуков даже не смей строить... Не смей строить против Стукова воздух, иначе давай до свидания. Последнее сражение за Ворозучу. Сейчас я всех замучу. Мы были на расстоянии выстрела от их жалкого мирка. Сперва ты сдружился с этими тиранами, а теперь еще с падшими. Это ересь. Думаю, ты и сам это понимаешь. Все это время наши корабли находились буквально на расстоянии выстрела от их жалкого мирка. Вначале ты сдружился с этими тиранами. А теперь еще и с падшими. Это ересь. Думаю, ты и сам понимаешь. Во, Артанис, молодец. Я понимаю, сразу нахерачил. Вот, а то, блядь, Т2 свои, Т3 уже заебали свои имба-билды. Значит, чарш, а также стан я. Давай уже показывай, что хорошего, полезного. А, нет. Противник вообще не заморачивается. Давайте больше. Но опять же, я много не строю, потому что там нужно делать также дарков. Вот. Угу. Ворозуча, похоже, да? Давай, мой хороший. Артанис идет в атаку. Вершитель, начинай вторжение. Давай, давай. Чу-чу-чу, ча-ча-ча. Продолжает раздавать. Давайте. Давайте надеяться на лучшее. Во, прыгаем, выманивает нашу способность, поэтому, не знаю,
Противник, давай, я бежу. О, Дехака, здорово, братан. О, продолжаем. А, Дехака, коронная срака. Пошел ты нахер. Обрядок. Давайте сталкерочков побольше. Ага. О, газ продолжает строиться, значит, да, по здоровью. Давай, Дехака, Дехака. О, там нихера себе толпа бункеров тех же самых. Опять же, Артанис, две ворозучи, да? Обалденная у нас партия. Давай, продолжай это раздавать и врагов всех убивать. Утяжгали, утяжгали, утяжгали. Больше сталкерочков делать. Пара, пара, папа. Вот такую херню я несу. О, там уже прокачал ту херобору. Круть, верть, баламуть. Фу, но так иначе, похоже, этого не особо спасает. Очень жаль, что у него не так уж и много, не так уж и много драгунов было, но... Давай. Опять выманит нашу способность в плане стана. Не очень приятная тема. Давай уже. Чу-чу-чу. Тя-тя-тя. Вот, опять же выманивает способность. Фу, продолжаем. Давайте сделаем улучшение. Вот. А могли его застанить? Опять уже откатилось, похоже. Давай, продолжаем раздавать. И врагов всех убивать. Давайте больше сталкерочков. Во. Уболяток. Опять сражаемся на нашей стороне. Давайте уже, убивай. Нихера себе, там уже пошли было, это правильное решение, потому что толпа зелочков. И, ну, я опять же не знаю, сталкерочки еще живы. Похоже, не убьем, но продамажим очень хорошо. Во, блинкуются. Давайте, мой хороший. Пуч-пуч-пуч-пуч-пуч-пуч. Там Артанис уже на подходе. Давай, мой хороший. Во, пу-пу-пу-пу-пу, крутит-вертит, баламутит. Фух, так иначе, большая толпа, надеемся, сдюжим и, опять же, удерживаем центр. Давай, мой хороший, чуть-чуть-чуть, баламуть, неплохо. Фух, и также помогут нашим войскам, давай. О, там Дехака, порванная срака, сейчас разберемся, соболят. Наши парни врываются, станет и продолжаем удерживать центр. Давай, ча-ча-ча, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Братан, тебе это не поможет, похоже. И также поможем нашему напарнику. Ой, там был. О, самое главное, выманиваем бейлов. И, в общем, парень спокойно разберется. Давай. Чу-чу-чу, набрасывается. И давай, до свидания. Давайте больше этого, того этого. Но денежек очень мало. О, Вася, давай, до свидания. Давай, до свидания. Так, подожди, я уже начал. Начал промахиваться, похоже. Ух, ну опять же, у меня уже ночь, поэтому... О, Артанис, давай! О, чу-чу-чу, крутит, вертит, баламутит. Давай, мой хороший. Пуч, 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 пуч. У, Вася, давай, до свидания. Добегаем до Фэтани. Ну, опять же, большие укрепления. А, так, давайте это Т2. Уже нужно делать дорожков. О, давай, давай. Чу-чу-чу, ча-ча-ча. Ну, уже очень мало войск остается, поэтому разберемся. О, наши парни. Давайте первая атака. Чу-чу-чу, тя-тя-тя. Братан, давай. Ничего не может поделать. Собак построил, подзело специально. Нет, чтобы построить какую-то херню, которая стреляет далеко, да? Во, выманиваем бейлов. Нашему парню будет полегче, опять же. Потому что, видишь, у него зелы. Во. И остается только добивать. Ага. Чу-чу-чу, тя-тя-тя. Ничего не делаем, давайте дождемся Т2, там уже пообщаемся за жизнь, так скажем. Ой, давай, давай, мой хороший, держи, это Верни, Верни. Сейчас мы его навыроним. Ой, чуть-чуть-чуть, крутим, вертим, баламутим. Можно было попозже, но опять же он стоял очень сочно. Вот, давайте, парни. Вторая атака, давайте, значит, побольше дарков, в любом случае мы там разберемся. О, там уже... Какой это? У тебя рычи не помогут. Не помогут тебе. Ой, не помогут. Не помогут. Ой, продвигаемся, давай. Во-во-во-во. Бегает, прыгает. Опять же, уже добегаем до Фэтани. Выманиваем дарков. Дарков, говорю, выманиваем. Бейлов, да, тех же самых. Во, давай. А этот даже не может этих червячков бросить на Фэтани. Серьезно, я уже устал от этих дебилов, которые здесь бывают, обитают. Подожди, там инвиз, похоже. Ой, что творится-то? Значит, давайте в первую очередь отрубаем эту херню. Вот, и ораклы, ораклы. Давай, мой хороший. Во, и также делаем. Ага.
Давайте разбираться с нашим выходом. О, ча-ча-ча. Так, наши парни похожи, да? А, нет, не наши. Продолжаем делать улучшения. О, давайте. Чу-чу-чу, ча-ча-ча. В любом случае, у нас есть уже палилка инвиза, поэтому я не переживаю. Но самое главное вырубать эту херню, потому что он полетит вперед, отдаваться, это нам не нужно, да? Ага, давай же, о, блядь. Я вообще не понимаю, выходы постоянно мешаются. А, серьезно, почему? Два противника, похоже. Не знаю, короче, как это работает, но так иначе. Братан, у меня есть уже палилка. Какого хера? А, видишь, он далеко. Ну, неважно, сейчас сталкерочки подойдут и пообщаются за жизнь, так скажем. Давай. Ой, какую-то хуйню настроил там воздушную. Я даже, видите, ребята, не заморачиваюсь. Можно, по идее, корсаров тех же самых. Ну, попозже сделаем. Ну, давай, так и быть уже. А, так и быть, деньги давай. Ты чё? Справляйся. Ой, корсары просто унижают муту. Там даже... В общем... Заметь, наши парни, по-моему, не бросали воронку. Ну, Артанис точно не кастовал щит. Я его не видел, потому что он долгий. Вот. А Разум, может быть, бросал, и я пропустил, но похоже нет. Опять же, к разговору о местной аудитории, да, так скажем. О, наши парни. Давай, наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. О, продолжаем. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Разбежался он там налево, направо, давайте больше дарков тех же самых. Опять же, где щит, где воронка? Вы скажете, ну, справляйтесь. Ну, блядь, сейчас справляемся, а завтра попадется противник, который не справляемся, и нужно щит кастовать. Он также не будет его и в том матче кастовать. Че он, блядь, держит до второго пришествия этот щит? Нет, он просто его не знает. На войсках его тоже щита нету. То есть он не массовый щит, ни такой не юзает. Ой, блядь. Ага, продолжаем. Ну, пока все хорошо, поэтому не знаю. Давайте. Давайте. Так, ждем наших. Можно пока поделать, не знаю, защиту. Вот, давай. Уже почти добежали до Фета, не выманивает бейлов. Вот, давай. У меня уже почти откатилась воронка, он, похоже, до сих пор первую не делал, поэтому не знаю. Вот, чу-чу-чу, тя-тя-тя. А, блядок. Больше корсаров нужно, похоже. Фу, уже, да, давай. Там танки пошли, нихера себе. Ублюдочный ублюдок. Давай, больше корсаров, пообщаемся. Угу. Показывай. Ой, по муте. Ой, какие сочные, да? Обалдеть. Опа. Уже добираемся до Фетани. Ой, как сочно. Да уж. Фу, и давайте дождемся. О, брутальный парень. Давай. Чу-чу-чу-чу-чу. Уже вторая воронка почти готова. Он первую до сих пор не бросал. Нету ни одного щита. Ни на войсках, ни массового. Ой. Давай уже. Чу-чу-чу. Ча-ча-ча. Па-па-па-па-па-па. Давай. 1-0. Давай, блядь. Почти. Ну, я специально, чтобы снизить дэмэдж, да, поэтому. Во, продолжаем. Чуть-чуть пожухали, да, почти. Бейлы, не стреляй. Я хороший. Во, хорош. Фу, немного продамажили, но опять же. Ой, серьезный парень-то, а? Ага, давай, Арти, там Арти вышел. Давайте больше дорочков, а также побольше корсаров. Я специально сделал побольше места, потому что можно добавлять шаров, опять же, попозже. О, пожалуйста, танки, давай, до свидания. О, давай, чу-чу-чу, ча-ча-ча, тра-та-та-ра-ра-та-та. О, давайте, парни. Почти добираемся до Фетани, но почему-то не можем до нее дойти. Ну почти, да, почти не считается. Давай. О, выманивает бейлов и... Давай, наши парни. О, наши люди, поднимите руки. Держи. А что это? Инвиз?
Серьезно? Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, что творится-то в селе Кузьминчишна, ты посмотри, мэнэ. И хера там дамажит. Да уж, а против муты это то, что, как говорится, доктор прописал побольше корсаров. Вообще, по идее, нужно делать уже шаров. Но опять же, давайте Т3, шары, инвиз и прочее. О, вау-вау, сочно. Да уж. Но опять же, набросай на шаров побольше щитов, которые он не юзает. Было бы куда проще. Давай, паря. О, там уже пламя. О, бля. У этого нету воронки, блядь. У этого нету щитов, у этого воронки. О. Ну, опять же, он, видишь, он даже дехаку не убивает, похоже. Обалдеть. Сука, он не убивает. Ой, не знаю, давайте Т3 и уже пообщаемся. О, продолжаем. Чу-чу-чу, ча-ча-ча. Тра-та-та-ра-па-па. О, там танки наяривают. Обалдеть. Давай, давай, бежи, бежи. Опять же, на Т3 можем вырубать танки. Но опять же. О, неужели? Почти убили. Но опять же, там дехака был. О, не знаю, давайте, давайте. Бабосы, давай постоянно. Давай, братан. Давай, живи. Побольше бы, точнее, побольше. У него вообще нет имморталов. А, братан, имморталы. Имы, имы. Ну, серьезно, побольше бы имов. И, в общем, давайте делать инвизные наши войска. Серьезно, мы уже давно победили. Если бы эти дебилы, блядь, опять один щит не юзает, другой, блядь, про воронку вообще ничего не знает, похоже. Вот, давай побольше этого, того. Во, хорош. Фу, давайте ждем наших. Уже какой-то замес нездоровый. Да, какой-то грелки какие-то уже пошли. Я не знаю, давайте, подожди. Ага. Похоже, пожамкали. Опять же, я пока отвлекался. О, о, продолжаю раздавать. Серьезно, братан, добавь имморталов. Почему, блядь, там... Там куча био, добавь имморталов. Ну как био, у них бонус не по био, а бонус по там всяким бронированным. Давай, давай, ча-ча-ча-ча-ча, продвигаемся дальше. Неужели? Фух, не поваляешь, не поешь, давайте дар... Давайте то, давайте это, денежек нету ни хера. О, давай, братан, ты можешь. Мы, серьезно, мы уже давно, похоже, бы сдюжили, если бы один бросал щиты, вот, другой бросал воронку, но они... Я даже не хочу заморачиваться, писать какую-то хуйню. О, давай. Ага, побольше инвиза. Фу, ну чё? О, пожалуйста, вырубаем и продвигаемся дальше. Там пиздец просто танков. О, давайте, давай, парни, продвигаемся дальше. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, получай. О, блядь. Ну, я в любом случае буду свитчи в воздух делать, потому что танки такую себе. Ага, ага. Давай, братан, живи. Я побольше шаров пока сделаю. Дарков, шаров. Даже не знаю, есть желание построить побольше сталкеров, но там, видишь, танков может быть просто куча, поэтому... Лучше свитча в воздух делать. О, о, что творится-то? Ага. Ну, серьезно, добавил бы пару корсаров, убивал бы спокойно муту. У меня уже третья воронка, блядь. До сих пор первой не было у этих парней. Ага, давай, давай. Чу-чу-чу, ча-ча-ча. О, выманивает бейлов. Ага, на шару, на шару. Давай, мой хороший. Сука, я даже не знаю, как бросать, чего бросать. Разбежались. Давайте лучше поможем нашему союзнику. И потомка, похоже, давай до свидания, да? Давай, 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 продвигаемся дальше. Давай, дамажит. Дыжи, 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 дыжи. Ача, ача. Пам-пам-пам. Поможем, поможем нашему союзнику. Давай, мой хороший. О, давай, Верони. Блять, мута, давай, залетай. Поможем, поможем. Обалдеть. Фу, неплохо. Давайте побольше шаров, давайте побольше дорочков. Шары, по идее, только затанковка, не более того. Поэтому... О, давайте, парни, продолжаем. Побольше улучшений можно также поделать. Вот, воздух пока я не вкладываюсь, потому что... Когда будем делать свитч, тогда уже пообщаемся. Вот, давай, мой хороший. Но опять же, можно было уже 100 раз победить, похоже.
Давай, там фотонка серьезно, один здоровье. Настроил побольше либераторов, но... Нет, не пали, я хороший. Продвигаемся. Давай, тя-тя-тя. Давай, обляны. Продолжаем. Ага. Творится полнейшая вакханалия, я даже местами не замечаю, что там вообще происходит, но так или иначе, пока вроде живы. Давайте побольше того этого. Делаем также инвиз обязательно. Ну и когда денежка будет побольше, тогда есть смысл дарков. О, имморталы пошли. Обалдеть. И также щит еще похоже, да? Не, это щит имморталов. Он не знает, что такое щит. О, давай. Ну серьезно, добавь там буквально там побольше корсаров, да, и... Он тупо не сдюживает. Он его дамажит, но не убивает. Пиздец. Давай, тя-тя-тя-тя-тя, продолжаем. Фу, и, разумеется, большая толпа бейлов летает в наши войска, не очень приятная тема. Я думал, по какого хера я не убиваю Стукова, потому что, блядь, он не убивает Дехаку. Начинается. Давайте. А чё давайте, денег нет. Давай, сочно. Но опять же, к этому претензий нет, у него есть... У него нет защиты, у него нет щитов вообще никак. А, братан. Блять, кастанитый щит, поставь на свои войска щит. Ты понимаешь, это рассчитано балансом изначально. Вот, если ты это не используешь, это твои проблемы. Вот, и ты теряешь, получается. Потому что это рассчитано, что ты будешь использовать. А он об этом не знает, похоже, ни хера. Он не сдюживает. Дехака полное здоровье, там какая-то хуйня бегает. Ёб тудей, о май трабл, it's so far away. Пара-пара-па-пара-па. Давай, продвигаемся дальше. Чу-чу-чу, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. О, получай. О, блядь. Танки на раз выносят моих дарков. О, там серьезный парень. Фух. Давайте побольше денежек, я не знаю, ни нахера не хватает, похоже. Братан, нормально общались. О, давай. Чуть. Серьезно, он бы кастанул, знаешь, на своих шаров щит плюс массовый щит. Все, нахуй. Выносил бы на раз-два. Ой, бляха, давай, держи. О, давай, мой хороший, убей, блядь, Дехаку, хоть раз, блядь. И убивает его. Давай. Артанис, блядь, тебе уже помог. Давай, делай что-нибудь. Он его не убивает. Фу, наши уже парни, да? Серьезные, брутальные. О, давай. Чу-чу-чу, тя-тя-тя. Во, чух-чух. Во, вот я понимаю, когда Дехака мертв, ну почти был, да? Мы спокойно разобрались. Во, сейчас добегаем до Фэттани. Сейчас там немного добиваем кого-то. Я там даже банально не вижу. И также поможем нашему союзнику. Во, вот это уже пошла жара. Давайте больше этого, того самого. Но денежек. Давай, мой хороший. О, Эртани, это Эртани. Давай, потомка, давай, до свидания. Там толпа имморталов. Давай, чуть. Ух, да уж. Можно было 100 раз, блядь, победить, если бы дебилы. Ну, вы понимаете. Вы можете сказать, типа, ой, да ты там 3 газа строишь, а ты не так играешь. Но я, блядь, не строю, зато собак против, блядь, батонов, сука. Я не... Короче, я даже не хочу говорить, вы сами видите. У меня уже 4-я, похуй, и там 5-я воронка, он до сих пор ни одну не юзал. Давай, блядь, о, танки, лесбиянки, давай. Наши парни, давай. Вот так сделаем. Давай, заманиваем. О, продолжаем. Чу-чу-чу, ча-ча-ча. Продолжаем раздавать. Под базой, давай. О, хороший дреновож. И начинаем раздавать по базе. Чуть. В, по чуче. Какой нахуй ГГ, долбоёб, блядь. Ни одной воронки, ни одного щита.
Давайте по эко. Фу, второе место, неплохо. Ребят, дико извиняюсь, если бомбил сильно много. Просто есть люди, которым нравится, которым не нравится. Так иначе, если видос понравился, большие пальцы вверх. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.